Всем привет, дорогие друзья, я гитарист группы The Light 3, и в этом видео я решил разыграть своих подписчиков, которые захотели взять у меня уроки по гитаре. Посмотрим на их реакцию. Перед просмотром этого видео поставь лайк и напиши любой комментарий. Это нужно для того, чтобы новые видео выходили чаще. Смотрим. Да, здравствуйте, Николай, меня зовут Матфей, я ваш подписчик, смотрел ваши видео на YouTube. Вот, мне очень понравилось, как вы играете, и мне тоже захотелось... Так научиться. А вы хотите какую-то определенную песню научиться или вот так в общем на гитаре научиться? Ну, в общем и вообще мне бы хотелось сыграть Cranberries, сыграть Knock Knock the Doors, Bob Dylan, «Сейчас до небес». Вот. Очень люблю все эти переборы, поэтому да. А уже что-нибудь умеете играть? Не, наверное, нет. Не умеете, да? Ну, давайте, наверное, тогда со снов начнем, а дальше тогда давайте продолжим там что-нибудь. Ну, я что-то знаю, а что-то не знаю. Я знаю, что это называется гриф, это называется лады, ну, вот эти вот. Ну, это называется струны. Да. Вот. Ну, да, то есть я знаю пару аккордов. Умею нажимать барабан. А, уже даже так, да? А кузнечика умеете? Нет, не умею. Кузнечика. Ну, давайте начнем, наверное, с самого простого кузнечика. Обычно с него начинают. Нужно взять большой палец, получается, в левой руке. Да, большой палец. И мы начинаем прижимать на пятом ладу. В пятом ладу. Раз, два, три, четыре, пять. Большим пальцем. Вот так вот. Большим пальцем? Да, большим пальцем. Вот так. Ну, окей, хорошо. Вот. В левой руке, я не знаю, ну, как бы... Ну, как удобно, можно мизинцем играть, как бы, вот здесь в левой. Ну, каким пальцем... Вот так вот? Да, получается, да. Вот первую ноту мы дергаем вот здесь вот большим пальцем. Это вот меня так учили, да, вот. Как вначале, да, если ты научишься играть большим пальцем, да, то потом тебе остальными пальцами будет удобно играть. А, то есть это типа нормально, что мне... Это нормально, да. Вначале, да, мы учимся большим пальцем, да, вот так вот. Здесь, да, желательно, чтобы как бы как максимально... Почему неудобнее взять, допустим, указательный? Нет, ну это слишком... Я тебя сейчас учу, как меня учил преподаватель мой. Басовые струны должны быть внизу, вот, тоненькие наверху. И он говорил, что нужно вот именно вот так вот прижимать, потому что это сложно, сложно. А мы не ищем легких путей. Если мы будем играть вначале как нам легко, то нам потом будет казаться... Я понял. Ну да, в целом, наверное, ты здраво мыслишь. Окей, хорошо. В правой руке каким удобно пальцем, да? В правой руке как удобно, да. Но он тоже говорил, можно выбрать как бы посложнее. Наверное, мизинцем, вот, скорее всего. Вот. Да, это как бы... Оно мягче, мягче звучит, когда мизинцем. Это какая-то странная... Ну ладно, хорошо. Да, это мягче, да. Еще, кстати, некоторые пробуют язычком можно, да, чтобы звук еще был более мягок. Ну, потому что язык же у нас более, он как бы, он мягче, чем палец, правильно? А как ну, извините, получается, а как да, ты здесь прижимаешь, а здесь можешь вот так вот, как бы, ну, слегка вот так вот язычком вот так вот взять, так вот. Ну, типа, понимаете, да? Как бы. Хотя вы можете показать... как вы играете указательным большим пальцем и языком. Вот, языком? Как это происходит на практике? Я вот просто не очень понимаю. Ну вот здесь мы прижимаем, и получается вот здесь так вот язычком так. Ну вот сейчас. Сейчас. Извините, вот. А как вы собираетесь менять потом положение правой руки, если вам нужно взять другую ноту? В правой руке, как у нас переходить влево, с языка влево на... В левой руке. Ну, то есть вот языком, значит, использовать язык вместо вторую для более нежного, как вы сказали, выразить звучание. А технически, скажите, пожалуйста, а как вы собираетесь вот большим пальцем потом менять? Покажите, пожалуйста. Большой палец в левой руке или в правой? Да, 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 в левой руке. Но вот если получается, языком... мы играем. На ты можно перейти, я уже как бы. Хорошо. На ты. Хорошо. Так, ну как, мы здесь дергаем, получается, палец большим переставляем, а здесь играем язычком.
Ну, хорошо, ну, ладно. Язычком это в качестве тренировки, это как упражнение, как упражнение. Конечно, естественно, да, мы будем играть пальцем, да, это в начале. Вначале, да, мы пробуем язычком, да, а потом, когда получается нормально, то можно перейти играть пальцами. Я понял, все встать на свои места. Окей, хорошо, так, дальше что? Ладно, знаете, я пока буду вот мизинцем пока буду. Ну ладно, ну дома, вот как будешь сам тренироваться тогда, то язычком попробовать. Да, просто многие стесняются, как бы, вот в начале. А ногой тоже нужно? Что? Ногой тоже есть какая-то тренировка? Ну, там вот мизинцем правой ноги. Ноги? Ну, да. Не, ногой мы не играем. Только язык. Только, да, только палец, мизинец, да. Ну, дома просто многие стесняются, там, ну, типа, язычком, там, все такое. Но дома, когда будешь один, можешь попробовать потренироваться, и как бы эффект будет лучше. Угу, эффект будет лучше, да. Как бы я особо не стесняюсь, я могу как бы сразу показать. Вот. Если видел в роликах, я там немножко играю, пробовал. Да. Нет, я до этих видео не добрался. А, не добрался, да. Ну, не все, да, наверное, смотрел? Или... Нет, не все смотрел. Не все смотрел. Не все, да? Ну вот. Ты мизинец, да, получается, мы прижали до тебя мизинцем. Да, а потом вот, открываем, да. Открываем что? Ну, палец, да, а дальше что? Так, дальше. Дальше у нас... дальше мы используем другой палец. Вот мы сыграли вот этим палец, потом мы играем все-таки мизинцем. Ну, послушайте, Николай, а можно вас узнать, какое вы закончили училище? Училище? Ну да, вы же преподаете, соответственно, вы, наверное, что-то закончили. Ну да, я закончил, да, но... Ну как, на самом деле я не заканчивал, но я бы... Я учился... Слушай, раз уж мы на «ты», Коль, а на видео видно, как ты там просто сжигаешь невероятные... Угу. Вещи, а сейчас какой-то фильм не показываешь. Нет, ну на видео на самом деле, вот если на самом деле на видео там все постановочно, как бы. Там я играю под фонограмму. Ну, я просто. Я умею красиво делать руками. Я, например, могу вот внешне вот так вот. Ну, что-то перебирать, а потом мне монтажер на видео подставляет звук, и я играю как бы круто. Вот. Я понял. Так а так я могу там пару аккордов сыграть, там, ну, АМ, там, ЕМ, немного. Ага. Играть я немного умею. Ну, сейчас учусь, чтобы было более правдоподобно на видео. Я... Окей, я понял. Слушай, ну, что я могу сказать? Интересная техника... А когда я, ну, в чат-рулетке играю, я подставляю, у меня есть список, там, несколько, там, на телефоне, там, я включаю музыку, да, и мне, когда собеседник видит, я включаю быстренько и играю, он думает, что я правда играю. Ну, например, вот я сейчас вот включу, вот можешь послушать, там, сейчас. Это была сейчас фонограмма? Да. Слушай, прикольно. Слушай, может мне тоже пойти в YouTube с фонограммой? Ну, не знаю, ну можешь попробовать. Да тут главное просто пальцами красиво делать. Ну, не, я насмотрелся других гитаристов. Я примерно представляю, как они пальцем, чтобы было правдоподобно. Ну, я прижимаю... Я понял. Вот, чтобы было похоже, да. Ну, я сейчас еще, я записался сейчас. Слушай... Мне тут бабушка что-то там написала, нужно помочь ей. Вот, так что спасибо за урок, удачи тебе. Ну, вот, тогда 2000 рублей переведешь тогда на карту? Там. Да, хорошо. Подумай над этим, пока. Так, ну все. Чего хотел бы научиться? Сегодня вот как раз-таки ты же говорил, что видео у тебя вышло, я посмотрел. Там была прикольная мелодия, забыл, как она называется. We don't talk anymore, да? Да. А. Ну, я ее под фонограмму играл. Да, практически все, что да, записывал, да, под фонограмму. В смысле? Ну, типа я играю на видео, да, пальцами вот так вот, а
а потом монтажер мне подставляет. И смысл? Ну, чтобы на видео было круто. Ну, чтобы зрители смотрели, думали, как я круто играю, вот. А, ты, то есть, не умеешь играть? Ну, умею, но так себе, аккордами могу так научить только. Только аккордами, да? Да. А да, так ну... я просто, да, красиво пальцами делаю, мне подставляют. Там не то, что... Да, блин, в смысле? Да нет, ты умеешь играть. Не, ну... Не, ну я могу там простенькие какие-то песни, но вот то, что вот я вчера, например, сегодня видео играл, я не смогу сыграть, да. И что делать тогда? Ну могу простенькие только аккордами показать что-нибудь. Да аккорды я и сам знаю чуть-чуть. Ну там, ну я вот больше особо и не умею играть. Ну, все, что ты видишь, там постанова, по сути. А ну не, да что, да блин. Сколько раз смотрел, все оно так натурально выглядит, как бы. Ну, я просто включаю, да, там, когда чат-рулетку снимаю, я просто включаю на телефоне, ну, так, раз, и типа играю быстренько, потом включаю. Да, ты кто меня разыгрываешь. Что? Разыгрываешь. Что разыграю? Что ты не умеешь играть. Не, ну, нет, ну, я умею играть, но там, ну, ну, не так круто, как на видео, вот. Это, наверное, обидно. Что? Даже как-то обидно. Ну, могу показать там пачку сигарет, там так. Вот. Пачку сигарет я сам не очень знаю. Ну вот. Ну, я думал, ты новичок просто. Вот я новичков обычно учу. Ну, я могу показать, но я не сильно ее выучил. Могу тебе так чуть-чуть отрывочек сыграть. Ну, давай. Круто. Это что это за песня такая? Imagine Dragons сделал. А, ну я так не умею играть, кстати. Да ну. Да блин. Что? Как ты так не можешь? Ну блин, ну если вот, я смотрел, я не знаю. Ну как, ну монтаж крутой, чё. Насколько, это насколько нужно, какой вообще монтаж нужно такой иметь крутой? Ну у меня монтажер очень крутой, вот. Насколько такому монтажеру денег нужно заплатить? Да и не так уж он и дорого стоит, как бы то. Ну, типа, у меня урок дороже стоит. В смысле? Ну, 2000 рублей стоит. Так, вроде бы ты говорил, что бесплатно. Ну, как, на самом деле 2000. А, урок для новичков за 2000. Это много, мне кажется. Да ну, нет, ты разыгрываешь просто. Я не уверен. Что не уверен? Я уверен, что ты меня разыгрываешь. Ну, почему я тебя разыгрываю? Я учу пачку сигарет, урок 2000 рублей. Ну, а что еще? Так, ну, 2000 тогда переведешь? Как? Ну, я тебе номер карты скину. Да не, номер карты мне не нужен. Ну, ладно, да, это розыгрыш. Я сейчас все это снимаю, да? Нет, вот смотрю, вроде бы, да, зажимаешь струны, все такое, думаю, ну, блин, ну, нельзя так. Нет, конечно, я не знаю, вот насчет этого, когда ты там играешь классику, вот это... Типа вот это ты имеешь в виду? Типа это? Да. Ну, можешь, я тебя просил тогда еще... Да, урок бесплатный, кстати, урок бесплатный, да, действительно. Я решил просто сейчас, вот, мне пишут с Ютуба, типа, снимаю ролик, ну, типа, розыгрыш над подписчиками, которые берут у меня урок. Понятно. Вот. Друзья, напишите в комментариях, как формат вам такого видео, понравилось, не понравилось. Также ставим лайки, отправляем друзьям, подписываемся на канал, смотрим мои предыдущие видео, подписываемся на все мои соцсети. Также, если хочешь записаться ко мне на урок по гитаре онлайн, то пиши ВКонтакте или Инстаграме. Ссылки в описании. Всем пока!